Исторические заслуги казачества перед российским государством неоспоримы и являют собой одну из ярчайших страниц в его летописи. В благодарной народной памяти навечно остался образ казака, воина-землепашца, бескорыстного в своем ратном служении Богу, царю и Отечеству, готового по первому зову выступить в поход, принять неравный бой, уйти и осваивать неизведанные края. Шила пыль. Нет, друзья, мы не забыли эту горестную пыль. Мы с Кубани уходили, солнце глобу шило пыль. Шли по улицам станицы, опустивши вниз глаза, чтобы скрыть, что на ресницы набегает нам слеза. Словом, слез тех не унять.